Приветствую вас. Я думаю, если честно, что вряд ли вы сможете по своему желанию, вот, или нежеланию реагировать или не реагировать на какие-то вещи, знаете. То есть я сильно сомневаюсь в этом смысле, вот. Поэтому, на мой взгляд, вопрос немножко, по-другому, можно и нужно ставить, да, следующим образом. Задевает ли вас то, что, собственно, вот, вас обзывают, вот. Задевает ли? Если задевает, да, то как задевает, соответственно. Если вас задевает, опять же. Вот. И вот с этим нужно работать, как бы, уже. На мой взгляд. Понимаете? Какая история? Если мы будем с этим работать, то вас не будет задевать. И вы, соответственно, не будете тоже каким-либо образом на это. Если же вам неприятно, если это вас задевает, то реагировать вы будете, в принципе, всегда. Вот. Так или иначе. Вот. Так что такой вот вопрос. Такой ответ. А вряд ли вы можете по собственному по собственному желанию, да, вряд ли вы можете по собственному желанию выбирать, реагировать вам или нет. Это невозможно. Вот. Это совершенно невозможно. Поэтому тут вы, на мой взгляд, вы здесь просто, преувеличиваете свои возможности, как бы. Вот. Такая вот история, такой момент, это вот то, что я могу вам дать, тот ответ, который я могу вам дать, по крайней мере. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.